Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, у вас прошли сутки, а я буквально передохнул полчаса, и давайте все-таки попытаемся пройти этот какой-то кошмарный вообще уровень, где меня на последних секундах постоянно убивают, и, возможно, сможем допройти всю игру прямо сейчас, ребят. Я надеюсь, что у меня получится, я надеюсь, что вы уже прямо сейчас поддержали лайками, своими комментариями и так далее. Ух, давай, с практически новыми силами начнем, ребят, давайте. Жму продолжить, а вы жмете, конечно, свои лайки. Давайте, ребят, поехали. Поехали, сына 19, одна против всех. Впереди последнее испытание. Удивительно, волнения нет совсем. Я верю, что справлюсь, ведь меня ждет мама. Давай, давай. Давай, поехали. Да сразу в комнате домовой, ну конечно, куда ж без тебя-то стоит там младший брат Васильевич, что-то там где-то делает. Отдыхает потихонечку и так далее. Так, давай ищем мы игрушки. Мы игрушки все найдем. Потом печку мы покормим. И с ней дальше мы пойдем. Так, во вторую комнату не заходил. Так, свечка там не горит. Свечка, по-моему, не горит, чтобы у нас чучело не просыпалось. И не хотелось бы, конечно же, чтобы чучело проснулось. Так, печку надо покормить. Такой звук сейчас странный звук был. Так, еще парочку нашли. Можем пока стоять и контролировать, выгонять всяких домовых, выгонять всяких бесов. Что еще делать-то, как говорится? Так, здесь нет ничего, да? Так, и здесь еще игрушка есть. Так, много свечей. Давай эту погасим свечку, раз уж много свечей. Нам не нужно, чтобы горело много свечей. В этом нет ничего хорошего. Игрушки мы находим. Много игрушек сразу же находим. Так, лапать. Так, много свечей горит. На лапать мы не наступаем. Мимо проходим и пробегаем. Так, вырубаем. Вырубаем эту штуку. Печку ты корми. Никуда не уходи. Да не надо, не призывай его. Так, еще и домовой здесь пришел. Че ты вечно ходишь-то сюда? Ходи в куда-нибудь другое место. В другом месте, может быть, и побольше понравится, чем здесь. Так, ладно, давай отойду в дальнюю комнату. Так, много свечей опять горит. Здесь опять поджог. Затушили и ушли. Спички взяли и пошли. Так, в комнату мы ту идем. Так, что ты не будешь орать, что ли? Так, затушили. Анцебилу окна. Так, он где-то, по-моему, с этой стороны был прям. Анцебал на время отступил. Это замечательно. Так, домовой. Я его, кстати, даже не видел. А мог меня напугать, очень сильно мог меня напугать. Так, дайте мне игрушки. Вот, одна игрушечка есть. Пойду покормлю, пока есть возможность. Убери шумный предмет. Тебе не надо шуметь. Печку успокаивайся. Так, убегай. Так, что-то все идет как-то чересчур, я бы сказал, хорошо даже. Так, потушил. Так, где-то лихо сейчас появится. Протыкаем. Так, игрушку еще найду или нет? Хотя у меня же времени так, по-моему, хватит. Даже по 3 это до 45 увеличится, я, в принципе, буду стоять здесь. Чтоб нигде ничего не агрить. А точно хватит? Так, 20%. Сейчас посчитаю точно. Да. Все отлично. Просто стоим, ждем.
Стоим, ждем, никуда не ходим. Так, давай, 8 секунд. Все, все вообще четенько, все вообще великолепно. Если колобок придет, еще подожгем. О, даже само подожглось. Много свечей. Да можно даже потушить пока. Пусть печка беспокоится. Домовой где-то в комнате. Прогоняем, прогоняем домового. Он спал у окна. Да и фиг с ним, пусть у окна тусит. Одна секунда осталась. Одна, давай, просто, давай, сделай это. Просто, если кто не смотрел предыдущий выпуск, посмотрите, там просто была лютая жесть. Я сейчас сам не верю, что просто с первой попытки это все, наконец-то. Просто подошел, сразу же все получилось. Цена 20.1.1. Не верь началу, а верь окончанию. Я справилась, их хоть смертельно устал, но спать не хочется совсем. И уйти бы отсюда, не возвращаться, пережитое просто не укладывается в голове. Надеюсь, я больше никогда не встречу этих тварей. Ух! Так, как же болит голова, доброе утречко, я где вообще проснулся, что происходит-то вообще? Какого лешего на этих экранах мой дом и школа, что здесь вообще происходит? Действительно, что здесь происходит? Мне больно смотреть на попытки девочки справиться с непосильной задачей. Линейная сна, мы используем кратковременную память, которую очищаем после каждой ее смерти. Поэтому она не помнит о своих провалах. А ведь их было действительно много. Руководству все равно, сколько времени займет симуляция. Тем временем у Лены мимо проходит целая жизнь и юность. Лен должна завершить эту пытку как можно раньше. Сам я не могу ей помочь. Программа завершит работу только после финального часа в доме. В обходной части мне удалось интегрировать ее сон обучающие локации. Эти локации содержат опыт из ее прошлых попыток. Кроме того, я заметил и другую особенность. Ее искаженное воспоминание начинает просачиваться в симуляцию. Я пытался блокировать нюху, но это приводило лишь к полному перезапуску сна. Вот так вот, вот такие вот дела. Так, ну давай, давай, пошли. Так, а как выйти отсюда? Так, может быть, я здесь что-то пропустил? Ну, книгу я прочитал. Прочитала, можно сказать. Так, я заперта. Что я здесь ищу? Заперта. Так, изучить. Должно быть, это устройство было у меня на голове, когда я очнулась. Ну, допустим. А дальше-то что? А, всю дверь открылась. Нифига себе. А чё происходит? Не сегодня там. Нифига я его пнула вообще. Ой, этот стоит здесь. Нифига себе, они здесь. Опять вы лучше не стойте у меня на пути. Вы ведь знаете, я переживу вас. Так. Что встали? Валите отсюда. Проваливайте, откуда пришли. Так, все замечательно. Пытаюсь открыть все дверочки, конечно же. Так, ну давай, 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 пошли. Чувствую, что я способна на все. Нифига себе. Вот это я в натуре матрицу не зря смотрел в детстве. Вот это вот я научился всему, конечно же. Так, я так понимаю, больше я не буду убегать. Чучело, я сильнее тебя! Что ты знаешь обо мне? Пойдем, пора покидать это богом забытое место. Олеша, а ты там что стоишь? Пригорюнился. Больше никаких иллюзий. Получил концовку номер один. Исследовательский объект НИИ и статус уничтожен в результате пожара. Объект наблюдения, статус пропал без вести. Сейчас все время работал в режиме повышенных нагрузок, так что не удивительно, что где-то пробило проводку. Необходимо найти инвестиции на изучение феномена и новый объект наблюдения. Так, и что? То есть я в прошлый раз не допрошел, чтобы 10 минут доснять просто? Или как? Так, а что-то как-то вырубится? А может быть мне вниз надо бы к лешему упасть, например?
чтобы, может, тогда была какая-то другая концовка получена. Self-delusion. Самообман. Специально спасибо Игнату, Максу Мирощенко, Ване, Horror Visuals, Horror Games Community. Так, стойте, а есть выбор сцены? А то есть, а как я, может быть, должен был что-то собирать, наверное, чтобы получить, в смысле, другую концовку? А я могу здесь, например, вот вниз туда к Лешему, могла я упасть или нет? Могла, могла, она просто главный персонаж. Девушки, поэтому именно так я и делаю все это дело. Так, давайте я сейчас попытаюсь вниз, я просто сейчас до этого не пробовал вниз упасть. Я не знаю, это влияет как-то. Мне, наверное, надо все книги собрать для того, чтобы получить другую концовку. Возможно, сейчас могу упасть вниз все-таки. Так, а дверь? Дверь, она, интересно, открывается только через некоторое время или вообще? Просто снизу был леший, у меня такое чувство, что я мог к нему упасть и дальше пойти. Здесь я просто сбежал, а так, возможно, я доберусь до каких-то данных. То есть, в принципе, тебе дается время, чтобы все найти. Что-то происходит. Вот, открылось. Пошел он отсюда, полетел! Да-да-да, не стойте у меня на пути. Что встали? Все прочь, прочь. Так, а давай-ка попытаюсь вниз к Лешему спуститься. Вообще, можно ли к нему спуститься или нет? Чувствую, что я способен на все. Действительно, я на все способна. Какая способная, да? И коня на ходу, и картоху с мясом приготовить, пожарить. Такая вот. То есть так я никак не пройду, да? Или я могу пройти? А, ну здесь типа горит просто. Так, давай, давай к Лешему попытаюсь. Сейчас. Вниз туда. Леший. А, то есть к Лешему я все равно никак не могу попасть. Это в любом случае одна из концовок. Никакую другую, то есть я никак не смогу обыграть. Обидненько, что это у меня полностью не влезло в предыдущий ролик, конечно же. Очень-очень обидненько, что мне там стабильно по секундочке не хватало. А тут просто с первой попытки все взялось и получилось. Больше никаких иллюзий. Ну все, да, это все действительно вот единственная концовка, ребят. Ну такой вот был у нас хоррорец, называется Self-Delusion. Его можете найти в Steam. Можете написать, стоит ли проходить потом для него дополнения, которые выйдут. Мы, наверное, перейдем дальше прохождению какого-то нового хоррора. Я не знаю, напишите в комментариях, какие новые хорроры можно еще поснимать. Как-то вот так, как-то все вот так, ребят. Ох, вот так вот все. Действительно, действительно. Что, то есть, просто в прошлый раз мне не хватило секундочки, и все, и ролик бы закончился, и все было бы замечательно. Хоть бери сейчас и клей два видоса. Чтоб бодрей. Как-то так. Может быть, так взять и сделать. А может быть, не делать. Как концовка снята. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо, что были со мной. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Желаю всем отличного настроения. И желаю, чтобы у вас у всех все было хорошо. Напишите хоррорцы, которые можно еще снять. В описании. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Увидимся, ребят. Давайте, покеду. Ну, реально здесь, значит, концовки надо было, наверное, где-то, вот книги, например, где-то я не нашел, найти, наверное, все книги. То есть я вот здесь пропустил книги. И если бы я их собрал, то, наверное, я получил бы доступ к какой-то другой концовке, я так понимаю. Что за крик без событий? 5 из 9 тоже это непонятно. Что это? Школа, текста. Ну, это надо час переживать. И здесь надо час переживать. То есть ходить все-таки книгу искать. В интро тоже что-то где-то пропустил.
Школа... О, да не, не, это слишком долго. Это того не стоит, ребят. Все, давайте, увидимся. Всем удачи и всем пока. Спасибо, что были со мной. Всегда ваш Лёха Смит. Удачи вам. Давайте, ребят.